Привет, зритель. Давно я не делала обзоров покупок еды. Вот сегодня я была в Пятерке. Специально туда пошла за рыбой, которую я хотела, рыбы не было. И еще одной фигней, но я даже не уверена, что эта фигня там продается. В общем, давно я ее видела и в Пятерке, и в Дикси не было этой фигни. Но зато я купила кучу всего другого полезного и нужного. И сама суть ролика в том, что если у вас есть пятерочная карта, где-то есть карта. В общем, если у вас есть карта из Пятерки. Вот. Я этот номер заделала. Хрен его знает. Вдруг вы что-нибудь с этим номером сделаете, если узнаете этот номер. В общем, если у вас есть карта Пятерки, то айда в Пятерку. Там теперь я вообще давно заметила, может, месяц с лишним где-то назад. Там такая фишка, может быть, даже я где-то и обозревала это. Или только думала обозреть. Или говорила, но даже не на Ютубе. Короче говоря, если у вас есть карта Пятерки, то на некоторых продуктах на ценниках стоит, допустим, цена одна, а потом цена другая, если у вас есть карта Пятерки. И я купила что-то по скидке, а что-то именно вот по карте Пятерки. И, короче, я-то думала, что там как-то надо, потому что когда я до этого в той Пятерке забирала что-то с базовой выдачи Озон. Кстати, вот раз тоже забирала что-то с базовой выдачи Озон. Это будет отдельным роликом, когда у меня камера уже заряжется. Потому что что-то тут минут 30 только на батарее. Короче, тогда передо мной женщина была, и она говорила, вот эта вот вещь была по карте, по цене такой-то, ей пробивали. Ну, я, значит, сказала, думаю, наверное, так надо говорить. И что, ну, продавец меня... Мы с продавцом друг друга не поняли. Там, короче, не влияет на то, сколько вы купили за просто и сколько у вас там со скидкой карты. Просто карту в конце предъявляете. И если есть карта, то вот на какие-то товары, если на них была скидка именно как карта, цена... Ну, короче, если там есть на ценнике цена именно как по карте чуть меньше, чем вот без карты, то оно вам отпечатается. Короче говоря, я вообще шла туда за мясом, рыбой и мешками для мусора. Потому что у меня вчера буквально последний вот мешок заюзался. И мне казалось, что у меня еще были мешки, но, видимо, они уже закончились. Последний раз я вообще покупала, точнее, предпоследний раз в Светофоре покупала. Мне так нравились мешки для мусора, 60 штук, 50 рублей, такие суперпрочные, на 60 литров. Я беру, чтобы удобнее было завязать там. Вообще кайф. А потом что-то в Светофоре мешки какие-то парашные пошли. Таких уже я не видела. Хотя по той же цене, но какое-то говно просто. И вот рыбу-то я не нашла. Фигню, про которую я в начале ролика говорила, это я товарищу одному хотела. Себе немножко, а ему. Но вот ее не было. Вот у меня вообще тут сначала пришла в холодильник, убрала, потому что я так есть хотела, люди. Вообще жуть. У меня как бы можно сделать бы супчик быстрорастворимый, гороховый, но кастрюлька грязненькая. Можно бы толкнуть яичко, но я сегодня уже толкала яичко. В смысле это... Типа омлетик, там, глазунью и так далее, макалку, яичницу. Но у меня внезапно оказались бананы, я их тоже обозрю. Еще был кефир, еще все еще на тех остатках заквасок Базздрав. И вот именно кефир, я скинула стакан кефира, 3 банана, взбила это блендером. О, счастье, 2 стакана залпом практически выпила. Чайку еще от подарочного Мати от зрителя, который просил остаться анонимным, задолбала в чашке с ложкой. И кипяточком залила, и вот в инсту, кстати, скидывала фотку, и молоком залила снова. И у меня тут вот пара продуктов, которые я уже вскрыла. Короче, мясо Великолукский, мясо комбинат Радгу свиное. Я по 65 последний раз покупала его в этой же Пятерке. Тут оно было, значит, по скидке. Где оно тут? По скидке просто. Если у вас даже нет карты, то вы все равно там можете купить в своей Пятерке. Так, 400 грамм, 60 рублей. Ну, 59,99. Короче, 60 рублей без копейки. Сейчас там цена стоит 70 без копейки. Но вот по скидке оно идет 60. Короче, все равно дешевле рублей на 5, чем в прошлый раз, когда я его купила. У меня вообще есть похожая рагу 500 грамм, которую я покупаю обычно по 75, оно по 76 сейчас в магните у нас идет. Оно даже уже разморозилось. Я сегодня планирую потушить картошечки с мясиком в своей мельдоноварке. Ну и с части сварить суп. А это вот засунется про запас. Короче, вот свининку там можно такую купить. Хорошая свининка. У меня были бананы. Там можно было купить бананы на вес. А можно было бы купить пакетики. Они чуть дешевле шли.
Их было 5. Тут пакетик. Тут 2 банана. Они такие уже слегка мягкие. Я специально выбирала, чтобы они уже были... Чтобы они недолго лежали, а то иногда куплю бананы, они там так долго лежат. Я так долго жду, когда же они уже станут такими мягкопригодными для смузи или так с чаем захомячить вместо сладкого. В общем, 3 банана. Было 5 бананов, осталось 2 банана. 3 банана я уделала. Это вот шкурки, чтобы достоверно было. Сейчас найду, почем тут бананы. Так, вообще у меня что-то тут фруктов случилось. 58 рублей 99 копеек. Короче, 59 без копейки бананы, если вы покупаете уже в пакетике это за килограмм. Но меня вывесили они на 740, это 43 рубля 65 копеек. Так, я не помню, где я покупала какую-то фольгу, самую портую, совершенно невообразимую, совершенно дерьмовую, совершенно плохую. Ну, и так как я не помнила, где я ее покупала, я увидела в Пятерке, решила купить. Надеюсь, что это предыдущая фольга была не из Пятерки. Но если точно такое же говно будет, то я хотя бы буду знать, может быть, потом в пустых баночках еды скажу. Наверное, это... Да, вот в пустых баночках еды, которые не совсем еда, скажу. Вот знаете, а вот это вот такое говно. Просто у меня на той фольге уже не было упаковки. Так. Фольга алюминиевая бытовая Конта. 47 рублей 39 копеек. Фольга. 9 микро чего-то там, 10 метров, мешки. Я надеюсь, что они не будут рваться так быстро, чем как, которые я последний раз в Светофоре покупала. Мешки для мусора тоже, Конта 60 штук, точнее 60 литров 20 рублей. Фу, пардон, 60 литров 20 штук. И стоят они у нас 30 рублей 80 копеек. Так... Вот это первое было, что я увидела, где цена была как бы с картой. Причем цена с картой, она как бы крупнее, а цена без карты, она мелче. Я не сразу врубилась, что если вот, допустим, у кого-то нет карты, то человек может наколоться и купить что-то, думая, что оно дешевле, на самом деле оно будет дороже. Чистая цена у него что-то 80 чем-то. Это у нас помидорка, томатная паста 270 даже грамм. Томатная паста номер 1 России, 100% натуральный продукт, без красителей и консервантов. Чисто томатная паста. Я как-то покупала у нас в Магните по 69, кажется. Кухмастер тоже 100% паста томатная, но она у меня закончилась. И вот как-то у нас в этом году получилось, что у меня было очень много маленьких зелененьких помидорок. Они часть созревала, я их успевала съесть, а сейчас вот просто тупо в итоге высохло. И вот как-то... Не случилось у меня заготовить в этот раз вот помидорок так, но в этом году я постараюсь, если мне выдадут помидоры, надеюсь, выдадут. Потому что завтра я уже пойду впервые в жизни в этом году в сад сделать доброе дело для роз хозяйских, скажем так. Короче, я потом нафигачу себе томатные пасты про запас. То у меня только маринованные помидорки некоторые, причем еще позапрошлого года. Короче, вот это можно купить и на чуть подешевле, если у вас есть карта Пятерки. Так, где она у нас? Да, вот помидорка. 60 рублей без копейки. А по этой, без карты, по-моему, она 89 стоит. Что-то как-то так. А я решила, что мне надо помидорку. У меня как раз вот что-то так думала, надо, не надо. А сегодня мне приснилась прямо эта помидорка. Я еще открываю глаза, думаю, блин, ведь правда существует какая-то паста помидорка. Так. Я себе еще купила просто помидорку, типа сливка. Я сделаю потом салатик. Еще сварю себе куриное яичко, чтобы у меня был салатик такой с вареным яичком и помидоркой, и огурчиком. Так, где оно у нас тут? Томаты сливовидные, 229 рублей 99 копеек. Короче, 230 рублей без копейки. Вышел у меня этот томатик на 95 грамм. На 21 рубль 85 копеек. Та-дам! У меня тут еще есть. Оно было по скидке, ну, в смысле, по карте. Я ее держу, потому что я ее уже вскрыла. Я сейчас вот с чаем две штучки схомячила. У меня тут как раз вот две бумажки. И тут еще 8.
стиков. Слушайте, так сложно стало найти какую-то сладкую фигнюшку без пальма-масла и вот этих странных ешек. У меня просто на какие-то е, вот я еще года два, может, назад жаловалась, мне еще в комменты писали, что типа это, ну, самовнушение, что такого быть не может. У меня, короче, на какие-то е вот прям все чешется, аж глаза вообще жуть, как, короче говоря, жутко. И вот я как-то стараюсь все-таки брать с минимальным количеством е без пальма-масла, потому что пальма-масло у меня вот через полчаса вот здесь вот такое вот вообще чувствуешь, это пальма-масло. Короче, аллергика какая-то на это пальма-масло пошла. Раньше-то она как бы была, я ощущала ее, но сейчас она такая очень острая. Короче, где у нас тут это шоколад? Шоколад вдохновения, 60 рублей без копейки. Это если по карте. Без карты я не помню, сколько он стоил. Тут 100 грамм, значит. У меня пакет вообще внизу, и этот озоновский пакет, в нем еще коробочка. Я купила 3 мандарина. Цитрус. На нем наклеечка, и на наклеечке написано цитрус, и нарисован мандарин, видимо, апельсин, и типа лайма что-то. Вот. 3 мандарина. Я их выбирала, так просто подумала, больше я не схомячу, а меньше, ну как-то уж совсем грустно. Я как-то купила в Магните один мандарин, он такой огромный был, и долго его ела. Он был костлявый, сладкий, ну, на один раз, так сказать. На попробовать чисто, где у нас тут мандарины. Мандарины 86 рублей без копейки, 330 грамм. Вышли на 28,38. Вот так вот. 2 огурчика я себе взяла, они такие вот, ну там по большей части меняемые такие огурчики были. Вот так, если бы у меня на окне они выросли. Но я вот что-то пока еще не растерябила свой огурец. Я даже не уверена, что в нем семена пригодные для посадки. Потому что вот мне подруга-библиотекарша сказала, что они не пригодны для посадки. И вообще родственники тоже так как-то скептически отнеслись. Но зато я посадила уже 3 дня, как растут салат и хоаренсу. Забыла, как его звать, этот хоаренсу по-русски. Короче, этот хоаренсу в прошлом году не зашел, в этом году не знаю, зашел или нет, потому что непонятно пока, кто конкретно из них зашел. Так, огурцы короткоплодные. За килограмм, килограмм идет по 200 рублей без копейки. Вышло у меня на 135 грамм, 27 рублей ровно. Так, грейпфрут. Красненький. Последний раз я покупала, у меня так долго лежал грейпфрут, наверное, месяц. Его же надо чистить, потом его надо есть. Я помню, его частично с каким-то, в какой-то смузи зафигачила. Тут я тоже подумала, что я его очищу, если не сегодня, то завтра. Если у меня он не пойдет или я забуду его съесть, то я его тоже в смузи зафигачу. Благо, теперь бананы есть. Сейчас найдем грейпфрут. Грейпфрут 80 рублей без копейки за килограмм. 220 грамм, вышел на 17,60. Так. Все, что ли? Сейчас пробегусь по чеку. Так, мешки для мусора, шоколад, помидорная паста, рагу из свинины. Не знаю, почему это называется рагу из свинины. Может, из этого мяса можно сделать вкусно, быстро рагу? Я его по-всячески по-другому делаю. Короче, вот это свинина, фольга, грейпфрут, бананы, огурцы, мандарины, томаты. Да, и вот скидка у меня составила по карте. Что-то тут не написано, где эта скидка. Блин, а, это не та сумма. Это мне все вышло, короче, на 396 рублей 64 копейки. Мне почему-то начислилось 19 баллов. Может быть, потому что это за какие-то продукты, которые по этой скидке карточной были. Я-то думала, тут где-нибудь написано будет сама эта скидка. Но скидка именно, вот сама эта скидка не написана. Так что вот облом в каком-то плане. Ну, вот что тут у нас? Звездочка. На артикул не предоставляется скидка. Но причем звездочка стоит тут... у той штуки, которая по скидке, у той штуки, которая по карте, и еще по карте. Грубо говоря, у меня тут по карте вышло, получается, только, в общем, этот, паста томатная и шоколадка. Ну, тоже, в принципе, дешевле. Вот даже это, ну, где-то, сколько она, ну, 60, ну, где-то, короче, рублей на 30 она дешевле выходит. Так что, если у вас есть карта пятерки, айда в пятерку. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!